Еще темно, друзья. И вот такие грибы уже. Я вас приветствую. Друзья, вы на канале Грибоискатель. Мы сегодня с Папаном опять приехали в лес. И грибы опять есть. Смотрите, какие красавцы попадаются. Еще темно вообще, 5:30 утра. А в лесу, в ельнике, вообще темно. Как грибы искать, собирать? Ну ничего, сейчас пойдемте по лесу поищем. Я думаю, грибы будут, оставайтесь на канале. Пойдемте собирать белые. Пока они есть, их надо собирать, друзья. Даже фокуса нет, смотрите. О. Вот это начало, друзья. Чуть не сшиб. Папан тоже нашел? Ага. И Папан нашел. Фу, на дороге стоит. Шляпку ему кто-то обгрыз. А так-то он хороший, молодой. И рядышком, смотрите, еще молоденький вообще. Вообще молодой. Красота. Вот это начало, друзья. Только зашли в лес. Как же с утра темно, друзья. Но грибы-то мы все равно видим. Вот они стоят. Красавчики. Классно, а? Какой же это чудо-лес. Ну, чем не хорош? Отличный гриб. Я здесь что-то еще видел. А, друзья, это мокруха еловая. Вот, наверное, стоит, видите? Давайте сорвем. Видели такой гриб? Мокруха еловая. Тоже съедобный, но слабенький вкус. Поэтому, когда уж нет ничего, можно и мокруху взять. А так мы будем собирать вот беленькие. Вот они вкуснейшие. Так, находки нас продолжают радовать, друзья. Я здесь вчера был. Вроде бы я все осмотрел, друзья. Но как я мог не заметить такого гиганта? И, кстати, вон, смотрите, хороший гриб. Я здесь вчера прошел. То есть за день вот такой вот размер. Обалдеть вообще. Ах, даже немного страшно ходить в лесу, когда один. А вот когда с Папаном, то не страшно. И вот таких откопыш, смотрите. Откопыш. Вот это класс, это я люблю. Мои любимые откопыши. 100 пудов чистые вообще. Красота. Фантастика, друзья. 5 минут прошло. Кстати, этот большой гриб-то оказался чистоган, смотрите. Вот этот тоже чистый. Эти немножко пробитые были. И то под шляпку уже нормальный. Этот будет чистоган. Вот такие я люблю, друзья. Вот так вот они выглядывают. Вообще, конечно, полная темнота почти здесь. Еще и под елкой. Вообще ничего не видно. Гриб-то какой идеальный. Класс. А тут бугорочек, кстати, смотрите. Ну-ка. Ах, как я такие люблю находки. Опа! Вот это классно. 2 откопыша сразу. Под елочкой, под крайней, кстати. Тут уже вот дорога, а вот елочка. Под крайней елкой. 2 красавца. Не только беленькие, друзья, но и красавцы под осики попадаются тоже. Хорош. Слизнячок сидит. Классный подосиновик, красивый. Ага. Вот он, опять вырос за один денек. Ух, как сидит-то! Ух, как сидит, друзья. Вот это да. Вот так торчал. Кстати, вот так вот ножичком вы срезаете. А вот эта часть ноги вся останется в земле. А она-то, почему-то я уверен, будет чистая. И это будет, ну-ка. Да, друзья. Представляете, сколько мяса вы оставите в земле вот так вот. А ведь это можно скушать с удовольствием. Зимой-то под картошечку или супчик сделать из чистоганов с таких.
Как я люблю вот эти откопыши, друзья. Ох. Класс. Обалденные грибы. В лесу темно все еще. Потому что еще 6 нет. И вроде я вчера здесь все пробежал. Прям я здесь хорошо ходил, досконально. Но, я так полагаю, все-таки это за один день выросли грибочки. И даже уже позеленел. Хотя, может, я пропустил. То есть сутки прошли. И вот еще грибочек. Вот еще. Два гриба. Вот я зашел в то место, где обычно растут у меня белые подосиновики. А тут вырос белый гриб. Вот так вот. Только он уже позеленел. Уже все. Вот так вот. Тихонечку результат прибавляется. Вот. О! Подосиновик, что ли? Да, смотрите. Кабанчик какой, альбинос. Ну-ка. О! О, какой. Он уже семена, наверное, кинул. О! Папанта, гада. Вот так вот. Мой любимый лесок. Ну вот, мы зашли и во второй ельничек свой. И такая вот картина. Ну-ка. Ага. Гусачок. Иди к нам, дорогой, любимый наш родной. А второй. Два. Вот так вот. Ох, как я люблю такие. Два гусачка. Классно. Тишина. И вот в травке сидит. Сидит грибочек. Ой. Такой. Оказалось, шарик. Не, на тонкой ножке. А вот такие находочки я люблю. Знаете, тёльного шляпой. Ох, как он сидит-то. Ух, какая нога. Вот это гриб. Комар сел уже. Вот это грибос. И он, по-моему, не один, друзья. Чего я тут в стороночке видел. А, смотрите. Эль Негро. Япона мама. Во какой. Красавчик вообще. О, еще. Япона мама. Это же муравейник. Вот возле муравейника они. Смотрите, третий уже. А, кабаны какие. Эль Негро. Раз, два, три. Ну, сказка. Вот такая парочка попалась. Хопа. Молоденький. А этот. И этот тоже. Вот такие красавцы. Две штучки. Ага. Кто это нам попался? Товарищ откопыш? Вот, молоденький. Попадаются еще молодые. Попадаются. Но уже маловато грибов, друзья. Уже маловато. Вот такие красавчики встречаются. Класс. Красавцы. Пару шагов сделал, друзья. И кто нам попался опять?
Смотрите, какой красавчик. Ох, какая нога. Ох, какая нога. О, толстоногий, хороший. Вот это классный гриб вообще. Вот это я уже прям чувствую, твердый. Чистоган будет. Вот таких побольше. Интересный грибочек попался. Откопа, что ли, будет. А как его достать-то отсюда? Интересная нога. О! Как зонтик, да, друзья? Только какой-то маленький. Красив? Тоненький. Это вообще красавец попался, друзья. Смотрите, какой. Какой же он красивый, а? Шляпка. О, он легко так вырвался. Шляпка темная. Аж бордовая, да, друзья? Может, это вообще сосновый? Че он такой бордовый-то? Интересно, да, друзья? Может, это сосновый? Вообще интересно. Красавчик. И тишина. Вышел на опушку вообще. Прям вообще край. Даже какой край? Улица уже не лес. И вот стоит вот такой красавчик. Смотрите. Шикарно. Да, уже не так часто попадаются грибочки, друзья, но все еще есть. Все еще есть. Вот такие. Молоденькие, кстати. Папан только что встретил. Тоже у него есть уже уловчик. Небольшой, но... Ну так. Четверть, наверное, корзинки. Это чудо. Вот ради таких находок и ездим в лес, чтобы таких красавцев найти. Опять в хвое, друзья. Стоит красавчик. Хвойный. Опа! И вот он. А сзади муравейник, кстати.
Хорош грибок-то. Отлично. Ходим так по лесу. Мухомор стоят. Рядом белый стоит. И поново кабан какой, блин. О! Какая шляпа. О! Вот. Это кто? Вот еще белый. Вот. Два белых. Так. О! А вот, друзья, и третий уже. О! Три белых. Мне кажется, я тут еще видел где-то. А может и не было. А не, вот он. Четыре белых. Такие пузатенькие, смотрите. Вот такой вот чудо-лес. Такая вот картина. Папан нашел. Вон папан ходит. Привет передавай. Из последних сил нашел. Из последних сил, говорит. Вот таких вот. Да, друзья, грибов все-таки стало меньше. Сегодня вторник. И уже. Вчера еще попадались хорошо. Вот, кстати, это уже зелененький. А вот это тоже молодой. Молодыш. Вот эти хорошие, а тут уже всего семена. О, какая кучка попалась. Подосики. Желто-бурые. О, хороши. Еще двойной. Видите, какой. О, такие красавчики. Ну, классно же. Вот это гигант. Где? Ну, уже, конечно, зелененький. Но вон тот-то, друзья. А это какой? А это? А этот обалденный, друзья. А этот молодой. Вот так вот. Рядышком стояли. Ух, какие. Какая поляночка красивая палась. Подосиновички. Два. Три. Тут сторонки еще. Четыре. Вот такие красавчики. Класс. Вот это красавец. Икона мама. Идеальный. Вот это грибок. Очень красиво. Ну вот, друзья, и вот такой у нас грибной итог сегодня. Грибов стало меньше. Пробежались мы пару часиков с утра. И поедем сейчас на работу. Не надо было здесь собирать. Там было больше. Видал, папан какой? Попался. Красавчик. Я хотел найти его. Эль Негро. Эль Негро, друзья. Мы сами придумали. Папан придумал. Ну все, друзья, пора нам на работу. Вам мы желаем добра, счастья, полных корзин грибочков. Лечебных. Да. Все у нас будет хорошо. Переживем. До новых встреч. Пока.